Всем привет! Вы на канале «Вопросы женские». Мы только что сходили в магазин «Колхоз», и сейчас я вам покажу нашу закупку мясную. Еще мы сходили в аптеку, еще мы сходили в игрушечный магазин. Так что купили мы очень много. Вот это куриные шницели, очень удобно. 290 за килограмм. Это рулька без кожи свиная на бульон. Цену не помню. И это рулька с кожей. Вегетарианцев прошу не смотреть. Мы продолжаем есть мясо. И говяжий фарш. Вот это вот все получилось. 1 килограмм, 0,5 кило, 1 рулька и 2 рульки. Тут по весу не знаю. Вот это все получилось на 700 или 800 рублей. Но шницели огромные, тоненькие. Я помню, я их зимой покупала. Ну как зимой, там и весной когда-то давно покупала. У нас одного шницеля хватает на троих. Вот он огромный. Дальше. Вот такой обалденный пластилин. 290 рублей, он большущий. Что за фирма, не знаю. Вот такой вот что-то. У нас такой был на даче маленький. И он очень мягкий. Ну поделись ты с ней, поделись. Открой ей розовый. Открой ей розовый. Какие-то палочки прилагаются. Здесь мало цветов, зато большие упаковки. У нас было больше цветов, но меньше упаковки. Дети прямо тут же заняты. Это очень хорошо. Пока дети заняты. В аптеке вот такая акция была. Написано 1 плюс 1. Ну, короче говоря, 2 надо купить, и 3 дадут. Вообще собиралась купить 1 упаковочку. Получилось 3. Зубные пасты. Хотела купить 1 зубную пасту детскую. Получилось 3. Просто красота какая-то. Вот здесь на 900 рублей вышло. Значит, травяной чай ромашковый. Пасты все равно у нас летят. Мы их едим, по-моему. И пасты, что еще? А, и вот такие витаминки купила. Они до 3 лет. По-моему, я спрашивала до 3 лет. А, и плюс. А она сказала, вроде бы можно в половинку уменьшить дозу. Вот. Только Компривит был. Я хотела мишек, потому что папа недавно купил мишек. Ну, в общем, поедят мишек, потом поедят это. Мишек папа купил, но там только тебе можно. Вите тоже половинку можно. Е, С, Б, Б1, Б2, Б6, Б12. Кислота, интересно, зачем детям? Вот. Такой не очень большой состав. Ну, в общем, мы не ели. Витаминов, по-моему, никогда в жизни дети не ели. В колхозе черничное варенье. Нет, витаминки просто так не даются. Потом почитаем. Творог 0,5 кило. Килограмм стоит 129 рублей. И йогурт банановый. Тоже что-то типа 130 рублей за килограмм. В общем, 230. В общем, это йогурты очень необычные, вкусные. Но у них там очень много пластика. И вопрос об экологии. Вот это все в пластике. Я попросила творог в пакете, она обрадовалась прямо. В общем, вот это аптека. И, наверное, что-то типа 700 тут и что-то типа 300 тут. А так вообще у нас папа делает все закупки. Сейчас покажу мишки, которые... куплены были недавно, и папа думал, что для двоих детей. Для двоих детей. Там тоже витаминки. А здесь где-то я нашла. Кто-нибудь пробовал такие витаминки? Скажите. Да, Данечка, зайчика. Вот они, 30 жевательных пластинок. Иди к пластилинчику. А где я нашла возраст-то? Данечка, пожалуйста, не трогай. Нашла ведь тогда. А сейчас не нахожу. Чудеса. Ладно. В общем, видимо, я от голода ничего не соображаю. Такая получилась закупочка. Это в духовку, сказали, с кожей. А вот эта продавщица не советовала в духовку. Данечка, пожалуйста, не трогай ничего. Вот это попросили...
не в духовку, а что-то я сделала сейчас. Вот. А на бульон. Вот такая вот закупка. Пока что всех люблю, всех целую. Наверное, может, этот кусочек вставлю куда-то еще. Колхоз, аптека. Закупка после деревни. Пока. Пока-пока. Покажу сейчас, что у нас тут есть. А, кстати, магазин, этот магазин назывался «Детки». Детки, надо же, но это другой детки. Покажу, что у нас папа покупает. Значит, это по моей просьбе. Он купил свеклу вареную, колбаса вареная. Хочу свекольник сделать. Маринованные огурчики. Так, это мы кушаем картошку с курицей. Вот это детям. Данечка, пожалуйста, отойди оттуда. Иди, ну. Дети прекрасно кушают вот черри, когда по акции мы берем. Творог ждет своего часа. Наверное, добавлю к тому творогу и будут сырники. И вот папа тут запомнил, что мы едим вот такую еду. Вот такую. И вот такую. И тоже нас теперь вот есть снабжать. Но мы так много не едим, как он у нас покупает. Это то, на чем мы крепко сидим. А это старший сын захотел, чтобы я сделала мороженое, посмотрев блогера Лёлю. Надо сливки, сливки, сахар, и получится мороженое. Ну и тут обычное наше молоко. Майонез ест старший сын и папа, и кетчуп обязательно, без этого никуда. Овощи один раз готовила, сейчас пока что что-то едим, 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 едим. А тут моя гречка любимая в пакете, это я на ней сижу. Сыр, я на нем сижу тоже, сметану что-то папа зачастил покупать, я уже его ругаю. Вот сейчас так наш холодильник, а, это рассольник вчера готовила. Так, наш холодильник сейчас выглядит. Уже так кушать хочется. Надо скорее-скорее подогреть что-то. А сейчас я приготовлю лепешки. Они будут сложены пополам. И еще раз пополам. Получится треугольничек. Это вот такие лепешечки. Мы их уже брали. А начинка будет вот такая. Это фарш, упаковка куриного. Все на скорую руку придумала просто на ходу. Кабачок, мелкий, малюсенький кабачок, но их несколько, без косточек, мелко порезан, помидорины, луковица, много петрушки, укропа, вот вроде бы все, и много специй.